Доброе утро всем. Сегодня 25 июня, Московская область. Вот сейчас 5 часов утра. Смотрите, на градуснике 7 градусов. Холод собачий. А вы говорите, почему огурцы не растут? Потому что они растут ночью. А ночью всего плюс 7. Вот так. Я даже и не хотела ролик снимать. Пришла, думаю... В общем, буду заниматься делами. Есть у меня какие дела с утречка. Вот. Глянула на градусник. 7 градусов. Пришлось вот снять, запечатлеть это на память. Получается, сейчас я пришла в Гуречную теплицу. Здесь плюс 10. 5 утра. Потом нарисовано уже побольше будет. В 6 уже потеплей. Солнышко встанет, пригреет немножко, будет уже потеплей. В 7 еще больше. Ну вот в 5 утра 7 градусов. Ночь-то холодная, 25 июня. А мне девчонки пишут, много завязей, но огурцы не растут. Ну как они будут в такой холод расти? Вот я вчера свои огурцы не поливала. Ну, висят. Висят, я обрываю. Вечером, правда, сорвала штук 10 немного. Вот, утром дочка уезжала, ей сорвала. Потихонечку срываю. Но этого, конечно, мало. Не поливала, а на них все равно конденсат. Вчера пробовала опустить крайние вот эти вот огурчики. Я... вела всегда, они у меня высоко, перекидывала, да, а вот вчера попробовала вот этот огурец свести в один ствол и опустить. Вот, видите, я его кольцом вот так крутанула, подвязала еще одну веревочку и прям по веревочке опустила вот за эту шпалеру. Они так за нее у меня держатся, вьются. И вот так потихонечку я опустила, закрутила кольцом. То есть огурцы можно выращивать. И вот так перекидывая. И, ну, тут уже с пасынками, если перекидывать. Вот. И опускать кольцом в один ствол. То есть убирать все пасынки, все листья. Вот, видите, все убрала, все листья, все пасынки, закрутила кольцом и опустила. И дальше можно делать так же. Тогда будут листья всегда свежие, всегда зеленые, никакого пиронспороза не будет. То есть вот не будут расти огурцы, пока не будет хорошая теплая погода. А вот такое вот количество огурцов полить теплой водой тоже невозможно. А если ночь холодная, вода не греется, и вы поливаете холодной водой, не будут они расти. Вот вам и ответ на ваш вопрос. Почему плохо растут огурцы? Потому что погоды нет. Он какой большой висит. О, вот. Ну что, ну вот я тоже прошлась. У меня посажено 17 огурцов. И получается, вот я сорву только штук 10 настоящих больших крупных огурцов, потому что холодно. Все, мои хорошие, вот такой короткий ролик. Почему не растут огурцы? Отвечаю на вопрос. Вот так. Не знаю, сейчас, может быть, сорву, покажу, сколько выросло у меня. Нет, девчонки, не стала рвать, потому что мокрый конденсат. Капает. Сейчас буду вся мокрая. В общем, потом сорву. Но посмотрела, совсем-совсем очень мало. Очень мало. Хоть вы их обкормитесь. Я, говорит, и поливала, и опрыскивала. Хоть что сделай. Если хорошей погоды нет, если ночь холодная, то ничего не поможет. Никакие удобрения, никакие подкормки. Ничего. Так что вот. Всем здоровья, хорошей погоды и богатых урожаев огурцов.